Всем доброго времени. У нас очередная посылка с сайта AliExpress. Вскрываем, смотрим, что там. Чего нам прислали. Угу. Очередная партия канцелярии. Прикольные ручки у нас есть. Да, вот. Первая ручечка. Катя. Ну, Катя, да. Подай бумажку, пусть попадает, что пишут у нас все. Ага. Так. Следующая ручка. Ручка морковка. Зайчик. Ручка зайчика. Ручка миньон. Попробуй посмотреть. И ручка радуга. Почки. Так и пробуем. Хорошо. Проводим тест-драйв. Черный. Так. Черный. Так, ручка морковка. Ого. Черная. Черно-гелевая. Мы такие же самые. Следующая. Зайчик. Тоже черный. Что, китайцы любят черные ручки? Черные. Черные ручки. Что за? Это райдужный бизнес. Да. Нет, тут просто бумага глянцевая. Ручки не пишут, да? Голяк. Там ничего нема на крыле. Райдужные ручки у нас не пишут. Да. Пролёте. Райдужными мы пролетели. Ну, так хорошо, что хоть это что-то пишет. Так, смотрим детали. Такая вот ручка. Ручком. Маньон. Купочки. Такая ручка. Зайчик. Две ручки морковки. Такая вот небольшая у нас посылка с сайта AliExpress. Наверное, вообще засохло. Засохло. Так, ручки радужные у нас не пишут. Две тебе. Две. Ну, в принципе, вот так вот. Все пришло. Пишет. Всем, в принципе, спасибо за внимание. Смотрим. Дальше будет еще много посылок. И канцелярии, и других приколов. Всем до свидания.